Привет всем, ребята. Вернулся я с юга, привез с юга я кукурузу. Не знаю, рецепт вот такой. Хочу с вами, ребят, поделиться. Раньше пробовал, готовил я кукурузу, но было это не то. Смотрите, наслаждайтесь. Перед приготовлением, ребят, нам надо ее почистить. Сейчас все снимем отсюда. Ничего не выкидываем. Я раньше готовил, вот эти все шкурки выкидывал. Оказывается, еще сам цимус в этих шкурках, ребят. Ничего не выкидываем. Берем следующую, и так остальные. Наша кукурузка почищена, и теперь перемещаемся на кухню. Поджигаем газ. Ставим ведро с водой. Я уже предварительно набрал водичку. Накрываем крышкой и ждем, пока она закипит. Наша водичка закипела. Теперь можно отправлять кукурузу. Ребята, воду не солим. Если посолите воду, в итоге получится кукуруза жесткая. А нам это не надо. Теперь добавляем туда обертку кукурузную. Это обязательно, ребята, придает мягкость, вкус. Я не знал об этом, я всегда выкидывал, и мне получается то, что невкусно получалось. Теперь это будет неизбежно вкусно. И накрываем крышкой, ребят. И оставляем минут на 30-40. Прошло в районе 40-50 минут, теперь выключаем. И достаем нашу кукурузку. Я беру он щипцами. Отодвигаем. И теперь посыпаем солью со всех сторон. Я вот люблю солью побольше, чтобы было. Кто поменьше, тот поменьше. И вообще шикарная вещь. Вот эти вот, вот эта ботва, она придает прям вот вкус всему блюду. В принципе, можно уже идти дегустировать. Кукуруза наша готова. Сейчас будем дегустировать. Смотрите, приготовилась полностью. Вкус сладко-соленый. Изумительный, ребят. Попробуйте, обязательно у вас получится. Я долго не ел кукурузу. Из-за того, что я неправильно ее просто готовил. Здесь вот меня научили. Все получается очень вкусно. Рекомендую. Ребят, кому был полезен рецепт, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита. Пока.